Мы, женщины, ни шагу назад! Долой поганый патриархат! Мы, женщины, услышь нашу боль! Мы, женщины, услышь наш крик! У тебя мини-писька, и ты не мужик! Мы, женщины, ни шагу назад! Заткнулись нахер! Спасибо! Эй, слово на букву «Н». Здорово, кореш. Что? Эй, какого хрена? Разве так себя ведут, когда друг совершает ошибку? Нет, чувак. Серьезно? Чувак, нет. Тебя забавляет, что мне больно, да? Нет, чувак. Чего? Нет. Да пошел ты! Еще раз думаешь надо мной смеяться, я тебя урою нахрен! Успокойся, чувак. Я немало придурков встречал в своей жизни, но ты... Ты долго не протянешь с таким дерьмовым отношением к людям. Зазнайка хренов. Послушай, чувак. Успокойся. Ну, это правда было немного смешно поначалу, но я поступил неправильно. К сожалению, чувак, ты упал. И мне это показалось смешным. Понимаешь? Извини. Ладно. Извинения приняты. Доволен? Так что... Обнимемся в знак примирения. Ха! Я тебя подловил! О, так ты весельчак, а? Хрена с два, я не весельчак! Я просто сраный козел! Черт! У меня было охренительно трудное детство. Черт, чувак, у тебя все в порядке? Просто я весь на нервах. Знаешь, я люблю тебя, чувак, но я бы... Черт, да я бы... Тише, 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 приятель, слушай. Лестер сказал, что ты что-то знаешь о Майкле. Майкле? В жопу Майкла! Надеюсь, он сдох. Да брось, чувак, ты не такой жестокий. Конечно, вы прежде не ладили. Но какая хрень произошла в Северном Янгтоне? Кто-то его прижучил, чувак. Кто? Мой друг Руан встретил этих китайских уродов. Они из Яншая, что в Китае. У нас возникли проблемы. Они по дурости решили, что Майкл — человек, и похитили его. Да, и, видимо, теперь он у них в плену. Пожалуй. Да хватит уже, бро. Иди ты нахрен. Если тебе нужен этот говнюк, сам им и занимайся, понятно? А для меня он труп. И сдается мне, если я только снова его встречу, он станет трупом и для всех остальных. Да брось, кореш, не делай этого! Не испытывай судьбу, приятель. Что это? Что? Что это было? Ничего. Сука! Все вы! Суки! Эй, это я. Что сказал Тревор? Блин, Майкл схватила какая-то китайская бригада. Из-за Тревора. Я оценил иронию. Посылаю тебе приложение для телефона. Телефон Майкла опять появился в сети. Его сигнал можно отследить при помощи этого приложения. Будь осторожен. Конечно. Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики. С вами снова Гидеон, и мы продолжаем проходить Grand Theft Auto 5. Я же сказал! Он мне не Джи Лао! Только не пытайся убедить меня в том, что вы не любовники. Да он смеется над тобой, придурок! Ты совершаешь ошибку! Я потратил много денег, чтобы выследить вас. Я обратился за помощью ко всем, кого знал на Среднем Западе. И тут вы убиваете еще несколько хороших людей. До свидания! Я тебе покажу до свидания, сука! Избавьтесь от него. Тревор Филлипс не придет. Нет, нет, нет! Эй, 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 эй! Эй, 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 это чертовски огромная ошибка! Так, дорогие друзья, поехали, черт подери, боже мой, Майкл, ты сейчас прикончит таким макаром. Давай, 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 выследите, где находится Майкл, боже мой, просто сразу. Так, запустите TrackFi с правого нижнего угла меню приложений телефона, TrackFi, поиск, так. Так, вот, пожалуйста, мне нужно направляться туда. Давайте-ка так, положение. Да, я уж понял, что красной меткой, мать его, положение обозначено. Ну, черт подери, как-то все резко и неожиданно, слушайте. Просто бац-бац, хоп, миссия понеслась, вообще жара. Да блин, свали, урод.
Мне нужно Майкла спасти. Офигеть, что-то просто... Вообще замес какой-то. Жесть. А как я успею-то, если он уже едет на мясо? Офигеть, это вообще возможно? Я не знаю. Я не знаю. Так, стоп, 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 стоп. Вот, вот, он где-то здесь. Подождите, подождите, он где-то... Где-то здесь. Где-то вот совсем вот здесь вот. Так, 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 крыша, я вижу лестницу какую-то. Давай, дружище. Полезли, полезли. Так, может быть... Может быть, как-то... Как-то здесь... Блин, да что ж такое-то? Подождите. Может, а... Может, блин... Ой, черт, чувак! Так он башкой шандарахнулся, это капец просто. Так, короче, он где-то здесь. Меня на телефон уже можно не смотреть. Просто надо как-то попасть, блин, внутрь этого здания. Может быть, здесь где-то дыра есть на крыше. Блин, ну должна же быть какая-то дырень. Ведь явно же здесь не просто какой-то долбанный вход, а какой-то хитрый должен быть. Черт возьми. Черт подери-то, а? Где же, где же, где же, где же? Может быть, вот эта дверь открыта, а? Нет. Так. Ага. Ага, засранцы. А, во. Да-да-да-да-да, помочь. Не нужно мне помогать. Подождите. Хотя нет. Хотя, может, мне нужно было помогать? Я что-то ни хрена не понял, нет. Не-не-не-не, подождите. Блин, все правильно. Наверное, я должен был сюда залезть. Потом прострелить им головы. Должна начаться какая-то заварушка. И, в общем, я, по идее, должен найти выход, мать вашу, ублюдки. Китайские ненавижу. Нет, нет, не то, чтобы я ненавидел китайцев или что-то такое, но, в общем... Так, а где у нас вид-то от первого лица? Вот он. Подонки, а? Давайте, давайте. Так, мне нужно взять какое-нибудь другое оружие. Вот, например, вот эту автоматическую винтовочку. Красота! Красотища, блин! Так, спасти Майкла. Меня многие просят играть от первого лица. Ну что ж, давайте-ка постреляем от первого лица. Хоть мне здесь это и не нравится, потому что привык я играть в GTA совсем по-другому. Именно, блин, от третьего лица. Это как-то аутентичнее, блин. Поприкольнее как-то будет. Майкл, Майкл, дружище, где ты? Да, да, где ты, братишка, где ты? Подожди, подождите, кто шмаляет? Я понять не могу. Ах ты сволочь, это ты. Это ты. Падла мелкая. Лежать, лежать, сволочь. Блин, с дробашами это плохо. Так, у меня что-то проблемы со здоровьем, ребят. У меня что-то совсем проблемы со здоровьем. Так, так, так. Тихо, тихо, где эта сволочь? Вот. Так, упреждающий огонь. Боже мой, блин, меня так прикончат, слушайте. Где это? Где эта сволочь? Вижу, вижу, вижу. Еще один. Так, хорошо. Боже, здоровья ни хрена нету. Хоть бы подлечиться чуть-чуть. Чуть-чуть бы хоть подлечиться. Так, я... Аптечка, аптечка, аптечка. Ну, блин, там была одна, здесь ни хрена уже нет. Ух, ё-моё. Так, аккуратней. Аккуратней, аккуратней, аккуратней. Аккуратней, блин. Одна пуля, и мне конец. Одна грёбаная пуля, и мне конец. Да, чёрт побери. Сволочи всё-таки попали. Блин, ну повторить, конечно, ёлки-палки. Так. Сволочи, я уже здоровье за вас потерял. Так. Так. Просто сдохните, боже мой. Просто. Просто сдохните. Ненавижу вас. Давайте, погнали, погнали, погнали. Так, а что если мне... Нет, стоп, это не то.
Во, попробуем калашника взять. Во-го-го-го! Неплохо, мне нравится. Стоп-стоп-стоп! Ах ты, сволочь! Блин, да что ж такое, ты гребаные недобитыши! Ненавижу. Ненавижу. Вылезай, ублюдок, я знаю, что ты за углом сидишь. Да господи, вы не помираете ни хера. Так, я аптечку пока брать не буду. Она мне может еще пригодиться. Ну что, ты их тут дофигища вообще. Просто дофигища. Просто адская толпища. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Он еще живой, он еще живой. Так, готов. Готов, готов, готов. Так. Свободен. Так. Да чтоб тебя. Так, вот теперь, ребят, самое время сходить за аптечкой, не правда ли? Самое, блин, время сходить за аптечечкой. Чудесно, она вообще взялась через стену. Что, неплохо. Тоже неплохо. Так. А, вот чем дело. Эту машину какую-то непонятную заклинило, слава богу. Мне повезло. Так. Так. Что мне делать-то, блин? Подкинуть тебе пушку, блин? На. Отлично. Воу-воу-воу, круто. Вообще ништяк. Давай заряжай, заряжай, заряжай. Спасибо, спасибо, Франклин. Помогаешь, помогаешь. Держусь, блин. Да, что остается-то, елки-палки. Господи, как тебя не распилил там. Да их реально дохренище просто. Просто, просто туева куча этих уродов. Отовсюду прут. Эй, какого хрена? Пошел ты нахрен. Давай, давай, давай. В башку прямо, ублюдок. Ой, ё-моё, это было больно. Блин, как же Майкл мне Макса Пейна напоминает, это пипец. Просто, вот особенно в такие моменты, когда он в каком-то замесе и в майке алкоголички носится. Давай, давай, давай. Ох ты ж... Куда ты наверх поехал? О, нифига, его там в мясо вообще. Круто. Тупые ублюдки. Ну да, тупые ублюдки реально никак не остановятся. Мы их перемочили уже просто адовую толпу, блин. Да блин, просто по ногам ему отстреляй, вот и все. А, там еще кто-то остался, что ли? Нет, этот придурок никак не сдохнет. Да уходим, мы уходим, 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 наверное. О, точка! Какая точка, мать его! Поехали нафиг отсюда. Так. Все, 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 сваливаем, блин. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, блин, ведут-то не за... За Франклина, мать его. Блин, ну... Слушай, Майкл, ну какого ж черта? Просто... Что сдохни? Почему мы остановились? Потому что я в них стреляю. We're up there in North Yankton, right? And he goes off on one. He's about to kill me, Franklin, when these Chinese guys show up out of nowhere. Then he runs, and the next thing I know, I'm back in Los Santos on a fucking meat hook. Well, you off the hook now? Yeah, thanks to you. Say, how'd you find me anyway? Did my family look for me? No. I think they still away. Me and Lester thought something was up. Then I spoke to Trevor, and he said the Chinese had you. Trevor told you.
Shit, not willingly, but yeah, he told me. Go fucking figure. Man, he's angry at your ass. Way more than the normal middle-aged shit that y'all do. Yeah, well, if he wants to have it out, Frank, then I got news for you. He knows where to fucking find me. I saved your ass so you can kill one another? I thought we was in business together, the Union Depository. Yeah, that might have to wait, bud. You're all right, though. You got that car thing in the meantime. Actually, I don't got the car thing. We got the last ride and Devin Weston stung us on the fucking pay. He putting it in an investment fund. Really? Yeah, really. What we gonna fucking do? Hey, look. An investment fund probably ain't the worst нет, idea. Нет, это дерьмическая идея. Он просто прокинул нас. We wait to see how that plays out. And then we talk to him about your payment. Man, it sounds like I'm getting fucking screwed. We'll deal with it, Franklin. Jesus, I still feel like I'm hanging upside down from my ankles. Let me just adjust for a while, and I'll come up with a plan. Yeah, whatever, man. Whew, было жарко. Ну давай, увидимся. А как же? Не хочешь в гости зайти? Чё, твой огромный пустой дом? У меня и так на душе хреново. Ладно, в общем, спасибо тебе. Погу, чувак, вопрос вскочил. Что за херня тогда случилась? Я же говорил, Тревор психанул, хотел меня убить, потом меня поймали китайцы. Не, чувак, до этого. Я про вашу историю с федералами, Тревором и тем парнем Брэдом. Я понял, о чем ты. Слушай, я принял спорное решение. Не знаю, правильно ли я поступил. Тогда думал, что правильно. У меня была семья, Франклин. Работал я с полными психами, которым было нечего терять. Я увидел выход. Будущее для себя и своей семьи. И я им воспользовался. Воспользовался? Чувак, да ты предал всех, кого только знал. Или они, или я. Я знаю, ты цинично. Я не жду, что ты сразу поймешь. Но потом, когда обзаведешься своей семьей, до тебя дойдет. Проснешься однажды утром, и вдруг почувствуешь, что ноги тебя уже больше не держат. И ты никуда не можешь бежать. Посмотрим. Будь осторожен, чувак, лады? Когда Тревор узнает, что ты жив, не представляю, какую херню он выкинет. О Треворе не беспокойся, ему до меня не добраться. Береги себя. Ты меня понял? Он не за мной придет, чувак. Ему нужен ты, а не я. Ты! Да я так, на всякий случай. Да. Будет жарковато, я так чувствую. Тревор своего еще не добился. Даже близко, блин, не добился. Ну что ж, дорогие друзья, миссия завершена. Свежее мясо. Не переключайтесь, выстрелы в голову, быстрое спасение, все просто чудесно. Только вот точность мне не дали, потому что я перезапустил ее разочек. Бывает. Я аптечку захавал быстренько такой. Опа, прям на выходе. Так, ну что, мы переоделись, у нас чудесный костюмчик. Играем мы, как вы видите, за Майкла. Итак, у нас будет далее следующая миссия. Давайте откроем карту, посмотрим, что у нас вообще здесь есть. У нас есть миссии как за Франклина, так и за Тревора. В общем, так как у нас конец серии, дорогие друзья... А, и здесь еще есть за Франклина миссия. Так, хорошо. Так как у нас конец серии, я не пойду сейчас на основную миссию, которая у нас сейчас есть за Майкла. Поэтому я сейчас переключусь, наверное, на Франклина. Все-таки давненько я за него не играл. Так. Хотя нет, предыдущая часть у нас тоже была за него. Ну да ладно, раз уж я уже переключился, значит, будем за него. Так, давайте-ка поставим меточку. Да только вот нет, мне что-то далековато... Что-то мне далековато. Ладно, а где у нас Тревор сейчас тусит? Так, Тревор у нас находится где?
It's nearly vegan. Красавчик. Тревор красавчик, блин, как всегда. Творит какое-то безумие. О, а вот у него миссия рядышком. Совсем рядышком. Поэтому сейчас мы как раз отправимся туда. Давай-ка, дружище. Давай-ка посмотрим. Что ты там за барагос хочешь устроить? Погнали. В принципе, там есть еще миссия бешенства. Да, сейчас Тревор как никогда хочет, конечно, выпустить пар. Так. Чего? Все нормально, дружище, все нормально. Так. Пойдемте-ка посмотрим. А, это эти, блин, собиратели дерьма. Совершенно бесстыдно. А вот и ты, Джок. Да, достал, что вы просили. О, великолепно, спасибо. Где ваша жена? Миссис Торнхилл? Она мне не жена. Дом у нее муж и двое прелестных ребятишек. Мы познакомились в интернете. Совсем не ради секса. Где она? Ну, она пыталась броситься под колеса знаменитостям. Но она в любой момент может броситься под мои колеса. Я знал, что с тобой будет весело, Джок. Да. Я знал, что ты мне понравишься. Позволь мне обнять тебя. Ладно. Да. Хорошо. Иди сюда. У меня тазобедренный сустав выпирает. Это не стояк. Найджел! Джок! Вы не поверите! Чему? ЛД Наполи! Ходит! Он на самом деле ходит! Он ходит среди нас! Ну так чё вы двинутые ждете? Это долгая история. Об ошибочной идентификации. И горах лжи. Я бы не стал называть это охотой на знаменитостей. Я тоже, я сказал судье, что считаю это несправедливым. В такой момент у каждого могут расстегнуться штаны. Именно. Такое невезение. А мы его так обожали. Если бы мы только могли поговорить с ним. Да, я знаю, это все из-за его адвокатов и агентов. От них один вред. Если бы мы где-нибудь могли встретиться с ним наедине. У меня есть одна каморка на примете. Но проблема. Смотри, вот он. О, черт, опять эта чокнутая английская сука. Найджел, он меня помнит. В колесницу. Джок, поведешь ты. Быстрее, он уходит. Господи, долбаные сумасшедшие стариканы. Ну ладно, повеселимся. Да, он там свалил, блин. Так. Господи, боже мой, это какая-то пешеходная улица, сумасшедший, ты, сукин сын, куда ты едешь? Да мне насрать, я даже не знаю, кто это такой. Чё мне с ним делать-то, блин? Ладно, поедем за ним просто. Чёрт подери, блин! This is turban warfare, motherfucker. Господи, ненормальные, просто ненормальные. Вау! You see that lorry? What the fuck's a lorry? Have a little faith. Anyone would think this was my first kidnap. What on earth will we feed the man? I hadn't even thought of that. Чему ж колеса ему пробить уже? Хотя я не знаю. Я думаю, он остановится просто со временем, да и все. Don't get flustered again, Nigel. You'll have another turn. Glad. Find out. He's going into the car park. Так, отлично. No worries, mate. Вот это хорошо. Oh, I hope he likes us. Да блин, он проехал насквозь. Ой, сори, мужик, сори. Сори, мужик. Да блин, из-за тебя я врезался. Господи, куда он там улетел? Вот тебе, короче. Эй, блин, какой бред. Так, секунду. Совершенно идиотский полет. Господи. Прыжок не выполнен. Конечно, еще бы, блин, выполнен он был. Okay there, Earl, crazy cakes. My prostate has taken quite a beating. Do you have to lower the tone? This must be second nature to you, Jock. All those stunts you used to do. And we saw you're up for governor of San Andreas.
Оп, тихо. Чуть было не туда, не свернул. О, господи боже, он реально через... прямо через больницу. Ничего себе. Seems rude not to follow him through the window. Господи боже мой! Я же сейчас нахрен разобьюсь просто в хлам! Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Bloody hell! Bloody hell! Ну и поездочка! Вы желаете, чтобы я сопроводил вашего почетного гостя в багажник? Будьте так любезны. Давай-ка сюда. Пошли. Быстро! Это твои самые преданные фанаты. Привет! Вы психи долбаные! Ой, это Элди Наполи! Ну все готово! Настоящий джентльмен! Это восхитительно! Чокнутые! Да! Настоящее, блин, мать его, сумасшествие. Маньяк? А что я должен был делать для маньяка? Без понятия, по барабану. Да, это было безумно. Это было очень безумно. Совершенно ненормально. Так, у нас еще есть миссия безумия. О, возьмем-ка его гелик. Да садись ты уже. Тревор, а что ты не хочешь? Слушайте, он реально не хочет садиться в гелик. И еще дверь отвалил. Дверь отвалилась, блин. Тревор, Тревор, твою мать. Да что с тобой не так? Ладно, короче, пофиг. Во что бы мне усесться? Во что бы мне такое усесться, ребятки? Чтобы доехать до места назначения. Сейчас, вот эта машинка неплохо выглядит. Давайте-ка ее возьмем. Красавица. Красавица ты моя. Вот так вот, поехали. Доминатор называется машинка. Неплохо. Стоп, а чуть меня куда-то назад. А, ну ладно, вот все. Ох уж этот GPS. Ох уж этот GPS, блин. Так, он ведет меня к развороту. А, ни хрена себе. Нормально, спасибо. Подкорректировал курс, так сказать. Подождите, мне сюда? Да, мне сюда. Боже ты мой. Так, хорошо, мне... мне, видать, вот сюда, да? Да, мне вот сюда, а потом... Подождите, пробел тут резкий разворот или что? Я забыл уже. Или shift? Или shift, или нет? Нет, shift, по-моему, ни хрена не делает. По-моему, это пробел у нас. Да, это пробел, все. Боже мой, давно в GTA не играл, правда. Давненечко. Во, нормально, так в занос идет. Хорошо, хорошо. Зашибись, все, осваиваемся потихонечку заново. Хотя, конечно, франклиновских скиллов не хватает. Очень даже не хватает. Черт, вроде рядом было, но из-за этих эстакад дебильных приходится все что-то объезжать, блин, крутиться. Нафиг это все надо. Когда можно вот так вот спокойненько, опа. И мы уже здесь. И мы уже, блин, здесь. Да, здесь ведь долбанный грузовик. Все, мы на месте. Так, что здесь происходит? Эй, ему сказал, что сниму кино про его задницу под названием «Американская манда». А это будет очень постироничное использование слова «манда». Одновременно и обидное, и безобидное. Эй, какого хрена, чувак? Твоя футболка кажется мне слишком оскорбительной. Вот кого я не могу терпеть. Так это пост ироничных хипстеров. Если не нравится, вали в свою канаду, чувак. Ты что, хочешь огрести? Отходи. Нет, стой, твою мать. Беги, тварь. О, да, убейте 20 хипстеров. Господи, 20 хипстеров убийц? А почему хипстеры убийцы? Откуда у хипстеров оружие, блин? У жабсоски ничего у них нету. Взорвать тачку. Взорвать гребаную тачку. Взорвать ее нахрен. Да. В мясо взорвись. Да что вас всех, а? Ну ладно, черт с вами, будем просто убивать. Че тачка не взрывается нифига? Ведь из дробаша в нее палю. Давай. Ох ты ж мать его, у него слоумо есть.
По-моему, повышенный урон и, если я не ошибаюсь, бесконечные патроны в этом режиме. О, да-да-да-да-да. Давай. Слушайте, а урон реально повышенный. Просто пипец какой повышенный. Хотя нет. Взорвись, блин. Хочу взрывы. Больше взрывов. Да! Да, шикарно. На гребаном скутерке. Ублюдок тупой. Ты на кого наехал? Боже, они на великах подъезжают, что ли? Стоп, там сзади еще кто-то. Пошел нахрен отсюда. Долбанный хипстер. Да, блин. Вы тут гребаными бригадами просто приезжаете за мной. Взорвать все нахрен. На скутерке, лох. На. Не. Не. Хочу взорвать все тачки нафиг. Давай. Да, взорвись, вот так. Красота. Долбаные хипстеры в своих шапочках летом. Куда побежали, падлы, куда? Куда побежали? Блин, в голову, а что я не сделал, что ли? Ай, ну ладно, хрен с вами, ублюдки. На-на-на-на-на-на-на. Да ладно, я завершил все бойни. Не-не-не-не-не-не-не. И уезжаю на дебильном скутерке. А почему у меня стоит здесь галочка? Ну, типа я прошел ее. Эту бойню нужно проходить без транспортного средства. А что это я? Я уже прошел ее, я не понял. В чем прикол? А, видать, я... Подождите, я могу заново, что ли? А, все, после прохождения всех я могу каждую заново. Все. Я расчехлился, ребят. Короче, продолжаем мы в следующей части. Начинаем мы с задания Майкла. Там буковка S у нас есть. Вот с нее мы и начнем. А мы вот на таком дебильном скутерке заканчиваем. О, да, какой шлем у Тревора. Все, зашибись. Встретимся в следующей части. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Все ссылки под видео. С вами был Гидеон. Всем спасибо и до следующей миссии.